Скорее всего, многие люди, имеющие не совсем ровные зубы, хотя бы раз в жизни задумывались над тем, чтобы установить брекеты. Но вместе с этими мыслями часто возникает вопрос, вредны ли они для нашего здоровья. Давайте разберемся. Красивая белозубая улыбка – это показатель не только здоровья. В наше время это еще и признак успешного человека. Есть среди нас счастливчики, которым ровные белые зубы с идеальным прикусом достались от рождения. Но есть и те, кому требуется вмешательство врача-ортодонта. Наверное, все-таки правильнее будет сказать осложнения, а не вред, с которыми пациент может столкнуться после установления брекет-систем. Проблемы с брекетами могут возникнуть по нескольким причинам. Например, врач не обратил внимания на некоторые показатели пациента и начал лечение. Или же были использованы брекеты, которые абсолютно не подходят пациенту. Также причиной возникновения осложнений может стать и то, что система куплена у третьих лиц и на нее не предоставлено ни документов, ни сертификатов. Ведь ни для кого не секрет, что подделки встречаются в любой стране мира. Однако стоит отметить о пользе брекетов. Здесь все предельно ясно. При правильном подборе врача и аппарата ничто не должно омрачить процедуру лечения. Не должно возникнуть никаких осложнений и повреждений. Зато пациент остается доволен результатом лечения и эстетикой. Кроме того, наличие брекетов в полости рта может улучшать переработку пищи, а также сохранить целостность и качество эмали. В зависимости от материала, из которого изготовлена брекет-система, они могут быть металлическими, золотыми, сапфировыми или керамическими. Нельзя сказать, что какой-то вид брекетов значительно лучше другого. Дело во внешнем виде и цене. Керамические или сапфировые практически незаметны, но для выбора оптимальной брекет-системы необходима консультация опытного ортодонта, учитывая материальные возможности клиента. Также нельзя забывать о том, что необходимо очень тщательно следить за гигиеной полости рта, так как недостаточная очистка может приводить к возникновению неприятного запаха, кариеса, воспаления десен и других проблем. Желательно использовать специальные зубные щетки, нити, ёршики и ополаскиватели. Ведь если отнестись к вопросу ухода за брекетами серьезно, регулярно посещать врача и следовать его рекомендациям, то всю оставшуюся жизнь вас будет радовать ослепительная, а самое главное – здоровая улыбка.